отличная идея – избавиться от трех вояк из батальона, которым не дают покоя лавры Глиса. Мы теперь знаем, где их искать. Разберись с ними. Обнаружена сигнализация. Обнаружен враг. Замечен враг. Дает мне взять патроны первым. Просрал отмычку. Ёбаный.
Обнаружен враг. Готовы. Глушилка Арти. Выход из зоны эффекта. Глушилка Арти. Выход из зоны эффекта. Эффекта. Глушилка Арти. Выход из зоны эффекта. Глушилка Арти. Нет, нет. Выход из зоны эффекта. Внимание! Здесь противник. Ты что-то смотрел, и меня тут пролетел. Ноги только увидел. Сзади вас, да. Приближается тяжело бронированный противник. Открыть огонь! Я догоню тебя. Все правильно, иначе бы они опять поставили батальон на ноги. Ты молодец, агент. Да. Да. Данным чистильщики устраивают склад снабжения в тоннелях. Разумеется, добром это не кончится. Сходи, разберись. Объект найден. О, нет, мы не успеем припасть. Я тебя доберусь!
Я тебя не перезаряжусь уже или нет? Меня не ударяет кто-то, кто поджигает. Я горю и бесконечно. Эффекта. Глушилка активна. Тревога. Замечен враг. Выход из зоны эффекта. Газовая граната пошла! Да они издеваются. Спустился вниз, надо подниматься наверх. Не могли сразу показать на другую комнату? Нет, надо сделать круг по одной комнате, спуститься, подняться, исследовать ее, каждый угол понюхать, а потом идти в другую сторону. Хорошая тренировка. Я скорее спину надорву, пока так держу. Что там есть? Чё? Замечен враг. Объект обнаружен. Глушилка активна. Ой, здравствуйте. Выход из зоны эффекта. Короче, они стреляют с пулями, я горю. Накидываю. Thank you.
добавили без чистящих средств. Рюкзак опытного стратега. Всегда мечтал. Вот все, что мне не надо из сетов, это именно рюкзак. Обожаю эту игру. Ой, тут же перчатки опытного стратега выпали. Поплакался в игре. Да я уверен, что они с дерьмовыми статами, поэтому я как бы не расстраиваюсь. У нас под землей много важных объектов инфраструктуры. Их необходимо защитить от батальона. Дело не терпит отлагательств. О, они с хорошими статами, лол. Под мой тупой билд там единственное, что надо было, это убыстрение. А там целых 8%. По-моему, можно 9 зарулить. Тоже неплохо. Хотя бы батарейку туда закину. Что там есть что? Бегать и прятаться. Бегает и прячется, бегает и прячется. Нет бы как мужик сражаться, выйти и получить его. Приближается противник. Блин, ну я как всегда в своем. Руки чешутся оружие перезарядить, но я понимаю, что я не могу. Ну и блиц ловил и на шок встал, все как полагается. Thank you.
прикол. Они вроде не легкие. Агент из вашей группы ранен и нуждается в помощи. Блин, это все что ли мобы этим электрическим говном стреляют? Что за кайф? Я просто из этого эффекта не могу вообще. Стоит никак, стоит, смотрит. Я его стою, голову стреляю. Блин, да, я готов, у меня 58 патронов осталось. Я готов, как никто другой. Запускайте генератор, я готовлю свой пистолет. Да. Приближается рукопашка. Не снизу? А, нет, не сверху. Тридцать один патрон. Все. Самое время для моего убийственного пистолета. Вон, они как увидели мой пистолет, сразу все вниз подпрыгнули. Тренер хватает, не сбоку стреляет. Блин, и третий щитовик прыгнул. Ну, че, серьезно, что ли? Споткнулся. На банановой кожурке. Не в лоб прямо, я умираю. Как он сзади дробовик стреляет? Так не только дробовик, ничего себе, тут целая армия. Ну, залез и спрыгнул сразу. Это как из автомата забивают. Патронов только 20. Единственный. Он так орёт. А я вижу его голову сейчас. Подойди, как здорово. Жек, я тоже пойду. Я не хочу. Ну, тут попробуй, там поезд. Я решил уехать. Еще волна. Ничего себе, не стреляю. Фу, зачем эта веревка, если можно спрыгнуть и разбиться? Быстрее разбиться, чем по веревке ползти в лобу. Когда я прям щит кидаю вниз, на него прыгаю. Чтоб мягче было приземляться. На железку. Пятой точкой.
Блин, добавили бы каких-нибудь скинов веселых для шмоток. Вот чисто там вместо щита какая-нибудь доска гладильная или еще что-нибудь повеселее было бы. Да даже если за платные деньги такие скины веселые. Не знаю, поугарать можно было бы, а то все так строго одеты, все в черном, с автоматами, злые дядь. Глушилка приходишь активна. С работы, хочется отдохнуть, видишь, как вы дядь. Глушилка отключена. Я засел сбоку. Как настоящий мужик. Только что. Никто не пройдет. Всем ясно? Да просто зашел, 7 пуль выстрелил, перезарядился 7 раз, нет патрона. Я вот так убил одного, перезарядился, второго убил, перезарядился. Хватит меня стрелять, засранцы. Я заметил, и все хотят мне просто настрелять. Я понимаю, сейчас мы их будем убивать. Здесь коленный щитовик самый, кричит, не лезьте под стрелять. Я могу дать. Так вот все щитовики в легендарных миссиях убивались, как здесь. Два раза в рюкзак стрельнул, все, он уже дымит. Вот он еще взлетал на этом рюкзаке. Приземлялся как-нибудь. Запустите генератор и готовьтесь к тому. Да где патроны взять? Ну да, не включай. Вы чё, офигели? Я так хочу нажать. Не, на самом деле я почему-то не могу нажать на него. Поэтому я тоже бегаю за патроном. Так бы я уже давно запустил. Да. Вот, в начало карты прибежали. Вот патроны. Да не. Пистолет слишком долго. Эти заряды. Есть обойма поменьше. Просто мазохист, два патрона, обрез бы взял и бегал. Да-да-да. Приближается противник. Можно два сразу в каждую руку по времени. Я вижу. И это... Блядь. Повторяйте этого Тома. Прибежал к ним, выкинул щит. Побежал назад. Тогда я думал, у меня не заюзан щит. Я останавливаюсь, у меня щит появляется, и я нажимаю на кнопку вытянуть. Ребята, я комнаты ошибки. Я сейчас по два выстрела сделаю и два раза перезарядился. Тратил 150 патронов никуда. Как же он играет. Меня попали патронами, и я не могу щит активировать. Ребята, ну снимайте. Я хочу поиграть в эту игру. Я чё, опять щит вытянул? Как я ещё один щит вытянул? Если бы... Вон
нормально, он мне в голову попал. Я щитом, ребят, стою. Чё? Внимание! Обнаружен новый противник. Кто не с нами, тот подходит. Ловите шарик красный. Я такой спускаюсь. Я спускаюсь такой вниз, прыгнул, поворачиваюсь, смотрю, пулеметчики застыли в ожидании, смотрят куда-то наверх. Стоят. Не двигаясь. Вот рядом. Комната ошибка. Они продолжают по мне стрелять, и мне как бы не очень приятно. Они хотят мне как бы щит. Супер мега щит был пару патчей назад. Сейчас какая-то открытая ледянка. Батальон за грабастом себе нашу аппаратуру. Нам бы аукнулось. О, как же тяжело. Все легко. Все, что не легендарное, все легко. Может, пройдем первый миссию? Частички подловили курьера ОТГ, который нес нам ценные разведданные. Я скину тебе координаты. Иди и вытащи его оттуда. Что, пройдем? Первый легендарный миссия. Тебе же все равно сундук надо. По идее, ты не проходил? Ну, я проходил только ту вашу, как вчера проходил. Ну, пойдем, пройдем. Но это не первое, типа. Первый легко проходится. Миш, не хочешь? Да. Тревога. Не попадемся и сундук выбьем. Надо работать очень сильно. Я-то точно попадемся. И меня никогда не достанут. Я боюсь. Я могу с поезда вообще сесть? Все, я понял. Нашел проход. Умри ты уже, засранец. Ты сейчас не хочешь подъемать, проходить. Гоу легендарку. Там мы сейчас тут задержимся и на легендарке. Время уже 10 часов. Я усну просто. Ну, давай хотя бы в один этап пройдем, вот награды получим и выйдем. Ваше задание обновлено. Да. Потому что мы сейчас тут просидим, мы еще на легендарке. Часа полтора точно. Блин, я бегаю за тобой туда-сюда. А, нет. Да я за тобой бегаю, ну куда ты бежишь? Мы бегаем туда-назад, туда-сюда просто. Вперед-назад. Выход. У нас тут свое прохождение. Тревога. Вижу врагов. Нельзя допустить.
тумане, горю, меня обстреливают электрическими пулями. Просто как будто под травой, под какой-то. Кран еще качает. Патронов нету. Мой любимый ящик. Да ладно, как ты догадался? А тут электричество. Да блин, зачем ты разломал? Так хотел заходить. Я в огне. Я горю тут. Почему он должен был взорваться рядом со мной? Конечно. Обняться перед смертью с баллоном газовым. Беги, короче, за ним сам. Твою мать, вытащи меня отсюда. Да? Спасибо, спасибо. Поверю тебе, поверю. Нам идут гости. Встретим их, а потом я тебе кое-что передам. Я тебе кое-что передам. Внимание! Здесь противник. О, я вижу мага.
обожаю свою жизнь, что века просто. Стою, горю. Два патрона выстрелил, загорел. Два патрона выстрелил, загорел. Там снизу кто-то спрыгнул. Они втроем меня зажали, пацаны, спасайте меня. Я просто в углу стою, и меня трое этих гада. Рылька, она бесконечно, бесконечно поджигает. О, неплохо, я так сиганул, почти на фул хп. Сейчас ты все уходишь от меня. Все, можно легендарку идти. Я бегу. Там с снайперами решил присесть. Сколько же урона наносится с этой гранаты, это просто пипец. Воу-воу-воу-воу-воу. Агент из вашей группы ранен и нуждается в помощи. Вижу эту игру. Турелька забагалась. Я сейчас ругаться начну. Только багов в этой игре просто нереальное количество. И вот это все тупые баги. Умение не взять постоянно проваливаться. Что это за прикол? Я не могу нормально играть, потому что у меня турелька не ставится. Вот.
мучаю турельку. У меня сейчас приступ просто случится. Турель по-прежнему не работает, блять. Погоди, я сейчас билд поменяю. Да это вообще бред. Погоди, погоди. Да, блять, я сейчас просто уничтожу. Пиздец это. Охренеть, у меня и просветка не работает на эту клавишу. Закипись. Поменял билд, все равно не работает. Они, блядь, издеваются надо мной, я им сейчас письмо накатаю. Ну все, я тогда умираю.
против без вращения, просто без одного надо проходить.
турелька заработала, очень важно. Ты еще кто-то приедет? А если я перезагружусь по-быстрому, миссия прекратится? Ну, Алекс вчера вылетал. Я думаю, разница. Дальше или сидим? Да, блять, что это за система установки турельки на ящик? Просто в одном из 100 положений он ставится на ящик, а в других он либо перелетает, либо не долетает.
зачем ты перепрыгнул? Агент из вашей группы. Блять, не надо перезайти, я не знаю, меня подлагивать начало, просто не из-за чего. Привет, блять, с игрой происходит. Иду к этому месту, у меня залагает, и я сдохну нахрен. Бля, ну что за бред нахрен? Сука, просто я нихуя не могу играть, потому что, блядь, я подхожу, и у меня FPS какого-то хуя просто до нуля нахуй падает. Чё, блядь, за бред с этой игрой? Ты чё, там нет, да, вон бегут. Надо было резать сразу. Всё, меня полностью сбили. Стрелите его, я потому что, блядь, вообще нихуя не могу сделать. Блядь, пизданутая просто игра. Я не понимаю, что за херня, у меня не эпический компьютер, блядь, и у меня нахуй FPS из-за нихуя просто проседать начинает. Сколько там, 20-30 игроков?
что сделать? Что, за ними не пойдем? Обнаружен противник. Оттуда не достанете снайперов. Да нет, это они там вон вдалеке как раз и бегают на сцене. Обнаружен противник. Да.
Блять, ну ты можешь. Нет, просто. Нажал здесь машину, на крышу просто и врачи. Хочу меня бомбить сегодня. Сначала турельку, потом его проседать теперь извращение просто направление. Противник. Очистить голову!
дамагаю, поэтому пулеметчику. Смотри на его хп. Не, у него не полное, посмотри. Не, ты просто не заметил. Там где-то миллиметр снесён хп. Белая полоска. Он подойдет, ты увидишь. Я не побежал, вот выхожу с другой стороны, херак, он рядом со мной. Да, турель по нему дамажит, видишь, может быть. Подходи к турели, ты тут. Я не заблудил.